Спонсор астрологического прогноза – химчистка Астрея. Уважаемые жители города Артема, пришла пора переодеться в весеннюю одежду, а зимние вещи убрать на хранение. Химчистка Астрея с удовольствием поможет вам в этом. После чистки ваши любимые пальто, куртки, шубки, пуховики будут выглядеть по-новому. Также принимаем в чистку ковры, подушки, одеяла, чехлы всех видов. Пенсионерам на чистку личных вещей предоставляется скидка 10%. Химчистка Астрея находится по адресу: город Артем, улица Ханкайская, 2. Приемный пункт — улица Кирова, 28. Телефон 3-61-70 и 8-924-251-2004. Астрологический прогноз на 29 марта 2024 года. Это пятница. Луна находится в знаке Скорпион и действует рекомендации 19-х лунных суток. День хорош для деятельности, касающихся домов, земель, строительства, лечения. Благоприятно заботиться о транспортном средстве. Хорошо в этот день впервые надевать новую одежду. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. День хорош для тихой и спокойной деятельности. Благоприятно заниматься благотворительностью и заботиться о близких. В этот день хорошо завершать долгие дела и исправлять старые ошибки. Рекомендуется не упорствовать. Доверьте судьбе, пусть все течет своим чередом. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для всего нового, модного и интересного. Ожидайте интересных новостей и покупок. Хорошо участвовать в коллективных мероприятиях. Благоприятно работать с документами, консультироваться и учиться. Принимайте поступающие предложения. Знаки воздуха. Близнецы, весы, водолей. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег. Возможно, удачные и практичные покупки. Хорошо приобретать инструменты и бытовую технику. Оплачивать косметические и оздоровительные процедуры. А день также может открыть новые финансовые источники. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для взаимодействия с детьми. Хорошо заниматься творчеством и участвовать в праздничных мероприятиях. Хорошо также участвовать в публичных мероприятиях и демонстрировать свои таланты и успехи. День хорош для устройства своей личной жизни. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.